Было бы целесообразно, наверное, по каждому направлению деятельности города, во всех направлениях, там, образование, там, ЖКУ, да, строители, выбрать тех людей, которые действительно сделали городу, принесли большое благо, потрудились, имеют какие-то уже награды, которые первоначально стали бы базовыми для того, чтобы в дальнейшем можно было присваивать такие звания. А потом путем голосования уже этот список по каждой кандидатуре проголосовать. Большая программа будет в части стройки. Открываем вот долгожданный наш детский сад в НПО «Машиностроение». У нас наконец-то с 2014 года в «Монолите» стояли наш ФОК, да, спортцентр. Открываем его, там будет баскетбол, будет художественная гимнастика, будет лучший в Московской области, таких аналогов не будет. Даем. У нас месяц назад там стартовало строительство школы вратарского мастерства имени Акинфеева, Игоря Акинфеева и Чанова. Аналогов таких нету. Обсудили важные вопросы в преддверии Дня города. Мы посоветовались формат проведения, посоветовались по кандидатурам на присвоение почетного гражданина за заслуги перед городским округом. Также у нас в сентябре пройдут выборы. Наши лидеры общественного мнения поддержали тех кандидатур, которые представили, и считаю, что очень важно, договорились такие встречи проводить систематически, считаю очень важно в своей работе опираться на мнение лидеров общественного мнения, уважаемых и значимых людей для Наукограда.